В Чувашии сегодня зарегистрирован второй случай заражения коронавирусом. Женщина с подтвержденным диагнозом приехала 1 апреля из Москвы. 2 апреля ее госпитализировали в боксированную палату инфекционного стационара БСМП. Сегодня, 2 апреля, силами медицинской бригады госпитализирована еще одна гражданка Российской Федерации в инфекционное отделение БСМП с подтвержденным случаем коронавирусной инфекции. Гражданка зарегистрирована в городе Нижневартовск, проживала и работала в городе Москва. Заболела она 24 марта, вызывала скорую в городе Москва, где взяты были анализы. И, не дождавшись анализа, прибыла в город Чебоксары сегодня утром 2 апреля. Сразу поступил звонок с Москвы о том, что у нее положительный результат на коронавирус. Она вызвала скорую медицинскую помощь. С соблюдением всех протоколов она была госпитализирована в инфекционное отделение БСМП. Ситуация под контролем. Пациентка чувствует себя прекрасно. Но по данному факту о нарушении режима изоляции разбирается сейчас полиция с выявлением возможного круга контактиров с ней лиц. То есть она самовольно покинула Москву, не дожидаясь ни результатов, соответственно, нарушив все нормативные документы, которые существуют сегодня, на сегодняшний день по режиму изоляции. И в отношении нее сейчас решается вопрос о возбуждении административного делопроизводства. У близких женщины уже взяты анализы. Сейчас в республике устанавливаются лица, которые могли с ней контактировать.